Новосибирская ГЭС начала холостой сброс воды. Сейчас он составляет 500 кубических метров в секунду. По наблюдениям специалистов, за последние дни приток воды к створу станции продолжает стабильно повышаться. На сегодняшний день он составил 4700 кубометров в секунду. Задача гидроэнергетиков – организовать безопасный пропуск вод весеннего половодья. Из-за этого необходимо снижать скорость наполнения водохранилища, оставляя запас для приема талых вод. Гидростанция работает в штатном режиме. Сейчас задействовано 6 гидроагрегатов. Решение о дальнейшем режиме работы будет принято при изменении гидрологической обстановки.